Что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Отборное прохождение Михаила Метолька». Это у нас продолжение прохождения игры Elder Scrolls Morrowind, 9 серия. Так, мы выполняем еще одно задание дополнительно. Ищем одну там головоломку, только понял, где еще искать. Забраться бы. Заодно и бриллиант для другого квеста найдем. Если повезет. О, так, это. Птичка. А, хотя птичка, чем искать, у меня себе магия есть. Хватает заряда, понятно. Вилкой будем пользоваться. Изумруд. Вес мне достаточно так-то. Мы можем брать все. Бриллиант бы найти здесь, один здесь. С этой боевой системой, блин, нормально разобраться, что-то она... Понятно, иногда работает. Как по ним попадать, вот ни черта не понятно. Почему мне не получается по ним? Нормальные цели с порогом-то. Что непонятно. Там еще один враг. Попробуй-то забраться, что ли? Так, что такое там? Эти штуковины какие-то непонятные. Погоди, ты что это такое? Так, А7. Ну да, можно здоровье восполнять таким образом. С помощью ты исцеления этого кольца. Так, а что такое железная танта? Что за оружие танта это? А, это, наверное, кинжал просто. Клинки эти. Погоди, них тоже хотя клинки, а чё я... С клинками-то не пойму. Чем я клинок? Чё-то клинком-то вообще как-то... Сейчас проверить бы надо. Как там бьёт. На враге. Жалко, там сзади подойти к ним нельзя. Так, мне пока он не видит, ладно. Привет, дружбан. Попадай, парик, или ног-то. Так у меня как-то... Там леха-муха. Чё-то и с пермиками сейчас не останет меня. А, так, длинный лук. Ну, живой еще? Да погибни ты! Есть. Тебя завалили. Кинжал тоже попадает. Ну что-то не всегда. Так, луки, еще стрелы берем. Ладно, кинжалом будем пользоваться этим вот. Железная танта. Потом луком заодно. Так, о, мне там надо к тебе еще кольцо, надеюсь, энергию соберет. Да. Не хватает ее, мать. Я же здоровья мало. Никуда не годится. Так. Все каждого убитого врага сейчас будет сохраняться. Ох ты, это что такое? Это защита, что ли, магическая? А. Чё не так-то? А, не понял. Чё меня тогда она убила? В чём проблема была? И может не тут не... Странно как-то напомню, почему не это в прошлый раз убил. А, тут это... Понятно. Интересно, как это здесь работает все. А вот это она какая-то... Тут открыть можно, а вот ту нельзя, получается. Блин, здесь надо проверять, видимо, тоже что-то.
Вот здесь тоже какие-то часть дверей трогать невозможно. Опасно для жизни. Надо еще понять, какая она, какая открывается, какая нет. Да твою мать. Меня сейчас точно убьют. А мне с луком попробую попасть. Заря открыл, да? Здрасте, ты пройти не можешь, да? Можешь отойти, пройти не можешь? Не могу вообще попасть по ней. Да вообще не получается попасть. Как это вообще? Я что-то... Я же целюсь, точно цель. О, попал. Теперь какой-то шанс попадания, что ли, если оружие? Да бляха-муха, а меня убили. Ха-ха. Весело. На мне там что оставалось-то всего лишь? Чего? Зараза. Нет, там ничего нету. Чёрт, аптечки нет никакой. А, у вас полный здоровье, так. Так. Тем луком, конечно, тоже не понял. Так, а это что у нас за дверь? А, загрузились. Куда мы попадем? Ух ты, бляха-муха, а ты откуда взялся? Понятно. Что, ни хрена непонятно. Там еще двое, наверное, да? Да твою мать! Да ё-моё! Да как это вообще возможно-то? Чёрт их дери. Я так не могу понять эту боевую систему. Работающую по своим законам. Да уж. Луком-то попади по ним. Другим оружием-то. Так, а... Щитом пользоваться еще бы. Так, отнять здоровье. Отнять здоровье. Так, поменять магию-ка. Вон. Будем нибудь проверить, пробовать это. А где она там? Опс, появилась. Чего? Меня... Я думал, как... А, на себе. Зараза. Ой, так. Куда же зарез у нас туда? Было позже. И тут как вот... Баба с полной здоровья. Нет энергии, да. Там у нас враг. Так. Привет. Попал моряк, как будто. Бошку. Промазывает как будто, я не понимаю, как там я целюсь. Как попасть по ней? Попал. Или надо когда подольше подождать? Есть. Че, уж аптечка есть хоть какая-то? Все странно вообще. Ничего нет вообще у них. Рано. Ну, здесь тим найти получится. Что-нибудь. Вообще никакого.
Ничего. Фонарь. Ничего не полезного. Кружки, кружки. Шесть не работают, механизмы какие-то. Головку нужно искать. Тоже непонятно, реально, где ее искать. Чтоб тебе. Так, мы вернемся туда, получается, обратно. Откуда, в общем, мы пришли? А если попробовать с другой стороны оказаться где-то? Так, ну это... Придется назад возвращаться. Здесь особо-то больше делать нечего. Так, этих мы победили. Так, а тебе назад вернуться? Там врагов, надеюсь, не появится. Так, как? Ей здесь вообще было интересно? Ага, ты можешь переместиться ко мне? Или не переместиться? Один раз ты по нему попал. У меня здоровье, конечно. Ладненько, восполнись пока. Ну, как-нибудь так и будем. Паркурный ряд прохождения. Ой, так уберем. Привет, ты мать. Зараза. Да твою мать, как тебе попасть-то не могу. Да пляхамуха, че попасть по нему-то не могу. Иногда не понимаю. Промазал, почему? Да какого хрена он? Почему он по мне попадает, а я не могу попасть по нему, каков? Какого хрена ты вообще? Да твою мать! Да чё за бред вообще какой-то? Твою мать! Я ни хрена не понимаю, как это вообще происходит. Целись мне как точно. Он вообще по мне попадает почему-то. Бред вообще. Зараза. Да я на будет аптечки будет покупать. Черт. Сейчас он прям здесь, кажется, да? Блин, а мы чего тут закончили? Под стрелы закончили, что ли? А твою мать. Мне здесь вообще куда-нибудь уйти. Подальше от него. Ой. Так, Вадим, мне почему? У меня же стрела-то есть. Железная стрела есть. И почему... А, мне со стрел закончились. Чё, всё? Стрелы закончились? В общем, да. Весело у вас. Он там застрял, я его попробую попасть. Да, только по мне попал. Он застрял, в общем-то, по мне попал. А мне здесь не пройти его. А? Чего он прошел? Да как это вообще... Как это понимать? Я попасть не могу, он почему попадает по мне? Как это вообще? Что за бред? Дуреть. Странно здесь работает. Ай, ё-моё. Стрел больше нет, да? Закончились, а железным почему? А, может быть, я их надолжен. Тоже, что ли, лук использовать? Наверное, тоже мы использовались. Эх, зараза. Да, блин. А, они тоже мы куда-то... Смотрим, из чего тебя сделали. Да, они вообще просто пофигу. Я не понимаю, как это все работает, реально. Как я их должен убивать? Черт его знает. Ай. Хрен поймешь его.
Да твою мать, пройти, дай твою мать, дай, иди ты. Да как это вообще? Чё за наглюш какой-то? У меня что-то не получается попасть. А он, у него все нормально. Сдевайте, что ли? Что за хрень вообще? Я нереально не понимаю, что работает. Живая система. Как это вообще бить так, чтобы попадать по противникам? Он прыгать вообще не имеет, по-моему. Это ни хрена не понятно, что все реально сделать. Оружие все как будто не знаю. Не... Чего придумали? Чтоб тебе. А, класс лучник у него, поэтому там. Остальное оружие, то есть все, теперь. Теперь-то. С этим оружием все просто не имеет, что ли. Ну, классно его трубу убирать. А, ну все равно как-то непонятно, как они все работают. Все. Как попадать по врагам, чтобы я... И что здесь нужно для того, чтобы здоровье восполнить? Что он должен жрать, чтобы... не действовать. Это понятно. Явно нужно сюда ходить было. Ходить сюда, когда аптечек купить. Поэтому особо непонятно, куда мне идти конкретно, чтобы не носить этот головоломку, что там. Он сюда и заходил. Враги зато остаются. Никуда не деваются. Штука не разбивается вообще. Мы это читали. Читаем. Ага. Реально. Не понимаю. Ходи, как откуда я вообще приходил-то? Ну отсюда. Назад-то вернуться. Там что-то враги появились. Я помню, где не нужно было бы быть их. Было бы ее быть. По-моему, отсюда что я пришел? Ты чё за хрень? Чё-то... Реально, как-то он вообще слабо бьет. Как оружие. Меч. Так, железный танк, где мне там было. Тинов короткий меч. Мечом мы как-то вообще орудует. Так, сюда мы ходили. Здесь все завалено. Сейчас мы здесь запутаемся, наверное, так что я забуду, откуда я вообще пришел. У нас дверь опасная, половинка не трогает, наверное, тоже. Возможно. Так, сюда мы ходили. Так, а туда я, по-моему, пробовал уже ходить. Чё, это аптечка. Нибудь такой найти бы.
О, что такое? Примерский какой-то цилиндр. Если мы уберем. Перестанет работать эта штука. И она продолжит. Вообще пусто в этих локациях. Слово совсем. Нам так-то постоянно здоровье восполнять, наверное. Если вообще это возможно. Кружка. Какие-то... Где этот... То, что мы должны были найти. Так. Мерзкая головоломка. Маленький куб, который еще размером приблизительно с кулак. Может быть и немного больше. Он должен быть сделан из металла с содержанием меди. На одной стороне изображен круг и выгравированы какие-то символы. На всех остальных сторонах только линованные отметки. Вот и все, что мне нужно за этот маленький кубик. Где только искать этот ваш кубик? Реально дверь, наверное, поста. А, ловушка, дверь железо стали. Написано, да-да-да, ловушка. Поэтому трогать не стоит. Там тоже ловушка получается. Ловушка. Так, здесь. А, здесь нормально. Он открывается. Так. Мы отсюда как раз приходили, что ли? А, там уже эти. Да, центрифуги, ну да. Сейчас попробуем. Будем пробежать, уж не получится. Так, ясненько. Там на свете бегают, да? Да твою мать, да... Чёрт, дерит. А, и красота, сюда я потом пришел. С ней с другого входа. Да твою мать, да ты не застревай, ты текстуру. Ты... Точнее, в этих всех. Да твою мать, ты отстанет меня уже. Да бляха-муха, ты чё... Нет, да? Ага, все равно так здоровье маловато, черт тебя дери. Что, блин, его завалить? Этим мечом еще тонкотон. Бьет, но. Бей-бей, вот и. О, получается, кажется. Есть. Ух, этим мечом он наконец-то, кажется, работать стал, что ли. А может он ради этого работал. Денежки берем, потом пригодятся. Остальное не особо надо. А ну да, в общем-то выход. Так, а это что такое? Куда он ведет? Это тоже... А, это, наверное, как раз все это выход, да, ведь? Наверное. Чё тебя дери? А, нет, вообще-то это, по-моему, не выход. Это, по-моему, был сверху, да, ведь? По-моему, сверху пришел ведь. Или мне, я же забыл же. По-моему, нет, хотя нет, наверное, сверху. Хотя нет, по-моему, где я же сверху точно пришел. Ага, сверху. Да-да-да, сверху. Какая-то бумага, которой ничего нету. Да, для чего она вообще мне нужна. Тоже особо... Понятно. В общем, выход, да, вот он, по-моему. Телепост, руки, наверное, выход, да. Да... Да твою мать! Да... Да твою мать, блин, я же почти его-то положил. Зараза. Сейчас я снова с врагом разбираться. После каждой битвы так подсохраняться надо. Получается. Да блин. Эй, ты ложь, наконец. Да блиха. Да... Чёрт тебя дери.
Еще раз сохранить. Там что, тоже какая-то ловушка? Как будто кажется. А, так, А7 пойти в эту дверь. Да, попадем. А вы наружу? Говорит, здесь тоже враги будут. А, там внизу, наверное, по-моему, был враг. Он туда провалился. А ведь внизу, по-моему, был. Прямо там как раз внизу и был-то. Ага, тот смеется. И кто он там? Внизу кто-то? 100%. 7%. Второе. Да, мы здесь еще будем. У нас какой-то враг встретил. Наверху. Все-таки пойти с ними разобраться, попробовать. Там попали. Так. Ай. Как с одного удара-то? Чего? С одного удара, блин, вынес меня. Топором, что ли, там вынес? Ну ты издеваешь, что ли? Да! Фу. Чтоб тебя... Чё у меня за топор такой, блин, неубийственный? Говорить. Погоди, по-моему, мы тут же вышли. Теперь к нам назад перевернуться. Долбали, какой там не будут появляться врагов-то, если интересно. Черт, тебя деревья убираться отсюда, например. Так, а мы здесь вообще-то были. По-моему, да ведь? А, ну да, мы здесь были. Кругами ходим. Опять не то место. Надо мне в другую сторону отправляться, что ли, получается. Там еще один враг остался, с которым это не разобрался. Может, получится сейчас? Там здоровье это 7. Пробуйте остановить. А 2 единицы устанавливаются. Ну, может было бы дольше подождать, просто когда, наверное, где-то кольца установится. А, еще раз. Че не. Где этот говнюк тут? Здесь, по-моему. Он стоит. Ждет своей очереди. Готов, что ли, наконец-то. Фух. И лук, стрела у него есть. Отлично. И денежки есть. Так, здесь ничего нет особо. Так. Так, ладно. Что у нас здесь еще-то надо найти? Что можем найти-то? Все пустые какие-то. Где ничего нету. А, у Марпарит проход, по-моему, сюда я точно не ходил. Так, если не опасно. Да, твою мать.
Да бляха. Готов. Так, еще денежки. Стрел бы лук неплохо, знаете, да, еще птичку. Почему у них нигде птички нет? Какой? Оружие, оружие. А птички вообще нет. Нет, энергии не хватает. Там здоровье 5 еще единиц. Ай, ё-моё. Ничего нету. Где нам эту сферу искать, вот интересно. Выбрать металл, он слишком много висит. Делаться не сможем. Списной диверский сундук, замок уровень 5. Может, это надо делать-то? Может, мы нашли все-таки. Что-то интересно все-таки нашли. Уровень 5. Ну, хрен открыть сейчас. Он, интересно, в замке, в этом сундуке не должен храниться этот упырь, он будет храниться в другом месте. Может, даже средство пришел. А, замок уровень 32. Ага. Да, е-мое. Да, вот, наверное. Неужели там будет храниться все это? Что мы ищем? Можно было все-таки другим заданием управляться. Что это такое? За звук. Странный. Туда мы точно не пойдем, потому что здесь пройти невозможно. Таким образом. Можно, конечно, так залезть, но перепрыгнуть там не получится, наверное. Ее напрыгать не умеем. Что она конкретно здесь делает, я не понимаю. А дай-ка попробую сейчас еще раз сохранюсь. Проверим. Так, мне интересно. Сюда попаду. Ну, естественно, я подохну, да. Это же лава какая-то. Явно. Ну, значит... Единственное, пока делать, видимо, и нечего, значит, что ли. Кроме добыть этот артефакт, я ничего не понимаю. Где мы еще не были? Там наверху что-то было еще. Мне кажется, это катакомба, но там открыто невозможно. Как ее открыть, я что-то не соображу. Никак. Прокачаться надо, видимо, что ли. Замок уровень 32. Взломок у нас нету, что ли, видимо. А, ну да, наверное, нету. Чем открывать, тоже непонятно. Видимо. Замород ты, замород. Рубин. Нужен бриллиант эти. По другому заданию. Ну да, этот уже замок уровень 5. Как ему вообще открыть этот? Интересно, как можно будет открывать этот все? Прокачиваться надо ведь. Так, что такое? Деревья крови земли. Зал колокольного звона. Так, еще. Бен, Шейн. Ключ от сундука Тарис. Ну ладно.
Подумай, в общем, потом как его открыть. Думаю, стащи вернемся в любом случае. Только попробовать того врага завалить, проверить, что там дальше. Потому что особо-то, кстати, больше некуда идти, мы здесь все уже исследовали. Везде были, кроме одной двери. Тех врагов уже завалили. А, ну туда надо идти. Нужно вернуться, в общем, в самый главный зал и ходить еще кое-куда, напоследок. Или может это проход, который мне оттуда, откуда вышел? Наверное. Так. Не сюда. Проход у нас, по-моему, был. Да, вот сюда. И заодно посмотрю, потом я вернусь потом попозже сюда и посмотрю, враги здесь заново появятся или... Что-то можно не волноваться. Надеюсь. Сейчас потом заново всех. Совсем здесь разбираться. А, хотя я, по-моему, точно еще выше разбирался. Да-да-да. По-моему, я... Точно. Угу. Разбирался еще выше. А вот сюда я не ходил. Все понятно. Сейчас попробуем с этим разобраться. Так. Здоровье надо пополнить. Так, 8. 11. 13, отлично. Попробуем с мечом разобраться, или как-то все-таки луком, что ли, вначале. Дай-ка. С подверим. Да твою мать. Меня убьет еще сразу. Да как он... Вообще, как быстро меня вынес-то. Тринадцать, конечно, наверное, не хватит. Смородно, попробуем еще раз. Да, блин, бей его! Бей его, молния, бей! Да бей! А че он живой какой-то? Как он уже бит его? Блин, да ты мать! Да твою мать! Какой, а чё он такой живучий-то? Я не понимаю, чё он чересчур живучий какой-то. Бью, бью, ему пофигу. Вообще на всё. С ними как-то быстрее справлялся, не броня шли какая-то супер мощная. А, дуреть. Чёрт, дери. Что-то мне это... Да. Пойди по нему. Да... Да какого ты черта вообще? Да поляха-муха, чё за это... Девательство вообще какое-то. А здесь вообще смысла вообще сюда ходить? Здесь, мне кажется, смысла ходить нету. А, только по нему не попадешь из лука. Чему-то. Да ни хрена. По голове прыгать вообще невозможно. В общем, и смысла сюда попало. Да и смысла сюда заходить не было. Из-за того, что особо еще вообще ничего нету. В другом месте, наверное, все это находится. Да, вообще, мне вещь, которую мы ищем. Ай, блин. Лови ты ему не попадешь. Да ни хрена не попаду я, только пустую стрелу потрачу. Вообще ему пофигу. Все равно. Хоть бей, бей, не бей.
Оружие этим вообще бил, он все равно был, все равно сколько угодно можно бить он. Меня точно убьет. Нафига ему, я всего все равно, его сколько раз бил ты его. Падать даже не собирается. Черт дери. Ну нафиг. Там ничего интересного-то нет. Так что не пойду я к нему. Пойду-ка отсюда нафиг. Сюда подальше. До этого места. Как это найти тут? Вещи непонятно. Так, давай-ка полезли наверх. Нужно из этого выбираться. Черт дери. За растением нужно сходить. У меня так, по-моему, чуть-чуть оставалось. Где? Отсюда все вылезло? Эй! Да твою мать, а чё я не могу... Да бляха-муха! А чё я не могу... Никак отсюда вылезти-то? Куда им попали? Выбрать теперь не отсюда невозможно. Я ж, по-моему, отсюда пришел. Чё не могу наверх-то залезть? Зараза. Эй, как мне сюда выбраться-то теперь? Наружу только выбраться. Да как это? А чё меня пускает-то сюда? Да твою мать, куда ты свалишься? Тут всё, что ли, пиздец? Боря. Всё, отсюда хрен выберешься. Реально корема винограда. Как я должен прыгать, почему не умеет, чертов дери. Как я должен это залезть туда, интересно. А? И как это нам мы должны сделать? Почему не могу залезть куда-нибудь? Утопиться, не знаю как. Тоже туда за это. Или вниз-то не надо было. Как мне теперь с этого выходить-то, убираться из этого места? Чё-то не могу понять. Это выход, что ли? Да, им это и есть выход. А как мне выход-то? Понял, чё-то юмора. Как мне отсюда убираться? Да из этого выйти сюда. А, наконец-то. Одуреть вообще можно. Да уж, сделано, конечно, как-то. Факел. А перегружен. Да, факел надо выкинуть. Тим я вообще взял. Этот факел. Все равно много. Да все надо выкинуть. Ай. Перья. Фига себе. Так, ладно, здоровье восполнить бы надо. То что-то. Бегу. Так, часто. Хотя бы столько. Там еще восполним. Ладно, сейчас отправлюсь-ка я за тем вот растением. За растениями, которые нам нужно найти. Да что-то вообще ничего-то ничего. Как ничего особо не сделали.
Так, зато и камни у нас есть, лепестки каменевки есть. И в пыльник ожать и вереск. Так, где искать-то надо? А, в общем, мимо... А, хотя понятно, да, Пилгет. Только на Пилгет нужно идти. Поэтому надо выйти на вторую сторону, которая найдет прилетит на берег озера. Амая. Это, наверное, столько надо идти. Еще 4. Долго придется. Так, это у нас... А, это... Понятно. Столько, конечно, враги не появится. Надеюсь, конечно, мы тут так, ну, более-менее не зря. Для того, чтобы просто помучиться и понять кое-что в плане управления. Так, я вообще-то, конечно, не туда хотел помнить. Погоди, а это что такое? Вот сюда надо было. Обратно иду. Так, у нас как раз вот Лгиад. В эту сторону нужно идти. Как раз вот и форт этой бабочки. Что-то было написано там. До лунной бабочки. Через Фойда мы имеем по дороге на Лгиад. После того, как я пойду в Фойду, мне надо выйти на дорогу с урану, который будет вдоль северного берега озера Амая. Там мы найдем, видимо, эти растения, что ли? Так, а что у нас такое? Я в ту сторону. Альдера. Палмора, это у нас форт легионной лунной бабочки. Мы там, по-моему, уже до этого были один раз. Посмотрим. Да, мы там вместе, как уже, по-моему, внизу ходили. А, пройдем эту. В общем, с ту сторону надо будет идти. Наверное. Да ведь? Вивек. Лагиад. Альдера. Палмора. Петричные врата. Но нет, это точно не в эту сторону. Руксран нужно идти. Здрасте, тебе, девочки. Ох, мне вас еще не хватало. Как я вас ненавижу. Да, вам достали. Блин. Да бей. Да бляха-муха. Да чё-то не... Бьёт кота. Ну твою мать. Меня бьют почему-то... Да я сдохну тут. Вот это ещё фигня. И ещё не хватало. Для пущего счастья. Чё ко мне уже скачет? Да твою мать, я как тебя ненавижу. Да, ага, всё, мне сейчас уложит меня. Да твою... Я только тут выбрался, если ещё... Я надо сохраниться было. Я его сейчас не убежишь, это... И не убьёшь его нормально. Да бляха. Да бляха. Чё меня дебет? Наконец-то, фух. Ох, невзгончая. Обратил, да, нафиг нужно. Вторая... А, энергии не хватает. Дай-ка это месяц сохранюсь. Ох, так. Дальше у нас что? Раскадианских островов. А какая-то? Век. Ряд. И тут все в другую сторону. Куда нужно идти-то? А, сюда туда пойти, может, надо. Новоатлетика выросла до 38. Угу. Я бы сейчас, конечно, другое пригодилось бы в данном случае. Чтобы оружие попадало более точно по врагам. Так как-то оно вообще... Я ж бьёшь, что-то не всегда попадает. И ничего не понятно, как все работает.
Так, а куда я вообще иду? Этот Суран, чё дери? Да я туда ли вообще пошел? Пройду Фаеду. Может, еще не прошли мы этот Фаеду. Фаеду. Бегаю, конечно, довольно медленно. Поеду дорогу сразу, где должна быть. Твоим летающих и обитающие. Это что такое? О, куда-то попали. Заношенная дверь в пещеру, что-то мы там нашли. Пещеру какую-то. Здрасте, а вы кто такие? Кто это вообще такой? Маги какие-то. Древнего. Это что за... Что такое вообще? Чё, почему я перегружен, интересно? Не понял. Такой. Куда мы на что натолкнулись, интересно? Почему я перегружен? Чего, не хватает зарядов? Чего? А ты кто такой вообще? А он такой вообще непонятно. Реально. Ой, ты, блин, мертвец. Опс, нас сразу уложили. Чему-то неожиданно. Где там сохранился-то переходом пещеры, что ли? Наверное. А, хрен тебе. Перед входом. И что-то вообще не пойму, куда мне идти. Чем ты? Что там долговатка-то? Перед-то. Угу. Мне кажется, я не сюда нужно идти. Так, а что у нас такое? Граб куда отведет? Палмура, так, предыдущие врата, таракант, Гиат. А вот она, Суранта. Сюда? На самом-то деле. Здесь мы где-то растения найдете. Еще два. Чего? Сейчас еще вылетит неожиданно. Тут фига. Черт, я дерь. Случилось. Чего? Раза. Да е-мое. Так и думал, что вылезет. Старый вен. Уберу что? Утает. Ой. Так, что-то меня неожиданно зараза вылетела. Так, придется за то место, в общем, заново добежать. Конечно, снова-то не вылетит игра. Снова котлетика вырос 38. Здоровье восполни, что ли? Так вот. Постепенно. Дорога так-то Сурана сюда. Как раз нужно идти на дорогу к Сурану, которая идет вдоль северного берега озера. А моя. Что-то не та дорога. Черт кто знает. Так. Написал на рассеянии найти эти. Которую мы ищем. Пробочник. Что такое? Сейчас, надеюсь, не вылетит, если пойду в эту сторону. И все-таки сейчас вылетит. Это что у нас такое? А, ну это вот золотой конет. Я собирал.
Так, пропустик не нужен. Такое. Может, другое растение найти. Каменевка, которую мы находили уже. Так, она нужна. Так. Ивовый пыльник и вереск. Значит, она дальше будет идти. Значит, наверное. О, может быть, эти вот. У растений черный пыльник. Ивовый, может. Есть то, что мы ищем. Черный пыльник, хотя там ивовый, по-моему. И вереск, вот, да. А черный пыльник он пойдет, интересно. Список черный пыльник. Можно ивовый, по-моему, пыльник хоть найти. Видимо. Здесь надо ивовый пыльник искать. Уника. Что-то такое не то, что мы ищем. Каменевка. Да, ведь ивовые же. А, где? А, жироцвет ивы, красноватый высокий цветок, но он не прижимается к земле. Камень цвета у него длинный тонкий перистья. Красноватый высокий цветок. Я думаю, нашли так-то. Точно не то, значит, искали мы. Красноватый высокий цветок. Что это? Возможно. Теперь еще вот остается только вот вернуться назад с этими растениями. Дойти обратно. И близкий пристает. Или их, может, еще не нашли тот метод ивовый к этому. Такое. Это точно не надо. Красноватый. Может, вот это? Да это уника какая-то. И вообще не то, что я искал. Да, черный пыльник есть. Значит, точно это не то. Так, что здесь еще? Золотой конец есть. Вереск есть. Если каменевки есть, останется только счет. Есть, конечно, черный пыльник, это есть то, что мы ищем. Там уж что-то. Ген ивовый-то. Написано же ивовый, значит. Или может. Перевод какой-то. Такой. Черный пыльник имеется в виду. Потому что это нереально не пойму. Красноватый цветок. Что здесь нет никакого такого. Каменевка. Ника какая-то. А, может вот эти какие-то цветки? Это столбика на какой-то цветке. Может вот они, наверное. Неожиданно кажется. А, вот, цвет ивы. Ага. Ивовый пыльник, да-да-да. Отлично. Чего? Это я не могу поместить. Что не так? Захватили-то ведь. Вереск. Так, а нет. А, вот, ивовый пыльник. В общем, все. Все растения мы нашли, отлично. Только теперь как нужно еще нужно назад вернуться, чтобы квест дать этот. Еще как интересно, где найти этот бриллиант. Еще. Только бы, наверное, возможно, где-то купить можно в этом Балморе, может, в магазине. Либо где-то искать надо всяких там так подобных вот сооружениях подземных, которые мы до этого уже были. Так быстренько еще вернемся и дадим этот квест. По здоровью 16 единиц, отлично, более-менее установились хотя бы. Сейчас еще позже установимся, еще больше. Зад так бы вернулся. Че 90 тита, так все быстро. Хотя бы врагов здесь нет, вот что хорошо. Так, нам нужно дойти-то, а сюда.
там что у нас такое? Ничего нет. Ну все правильно, что мы дорога на Судан. Судан, Суран. В общем, все эти растения, да, там мы и нашли. Слава богу, эти вот еще не нападают. Может, здесь такая же ситуация, наверное, как и в Фоллауте. Где можно каких-то, в общем-то, монстров существ сделать своими друзьями. То есть, ну, то есть, чтобы они нас реагировали какого-то, ну, не нападая. Вы так и лежите здесь. А я пошел назад. Слава богу, больше нету никого. Так, а мне теперь нужно... А, нет, не туда. К нему точно не стоит возвращаться. Пойду-ка обратно. Фух. Так, ну и... У нас это форт. Пойдем, значит, обратно. Район Западного Нагорья. Куда мы потом, думаю, еще вернемся. Надо понять еще, как вот эти вот места открывать, где нужно какой-то уровень. А где у нас просто уровень нет пока еще прокачки. А, да, второй уровень у меня всего лишь. А мне же еще пятый, получается. Вот, открыть. Да уж. Значит, придется пока другие квесты выполнять. Там, видимо, надо... Да, ема, я что, снова зависла, что ли? Ай, долбанная игра, пиздец какой-то. Чё ты виснешь, чё ты дери? Ты издеваешься надо мной. Ладно, продолжаем. Снова сейчас и выйдет, и с этого места я немножко там пробежался заново. Запись, чтобы всё это дело повторно делать. Пропустить всё это лишнее. Так, давай исполним здоровье. Так, сколько мне там? 17 единиц. Так, туда мы еще вернемся. Только по выше уровень наш герой будет. Заодно и то задание сможем выполнить, надеюсь. Заодно проверю, конечно, где там. Хотя, думаю, не врагов мы зачистили уже, и там больше никого не будет, так что себе хотя бы в дальнейшем задачу облегчили. Ну и теперь вернуться бы надо за наградой за то выполнил квест в гильдию магов. Поэтому так прям уже далеко до него идти. Слава богу. И думаю, на этом моменте вот эту серию данную закончим. Добро пожаловать. Так, ну чем надо идти на этот мап или где-то? А, вот здесь, слава богу, недалеко от входа. Хочу бы понять, где этот бриллиант получить, Тим. Самое главное. Так, гильдия магов, отлично. Сейчас надо квест сдать. Так, а кому там нужно его... Помнить еще бы. А, точно. Так. Точно не тебе. Сейчас будем искать. Кому и нужно. Так, не тебе. Да, что ли? Так, точно нет. А наверх, наверное, надо будет пробовать сходить. Это более верхний этаж. Прошу прощения, у меня мало времени, поэтому... Так, а может и нет. Что-то я... Нет, это да, значит вниз. А что за дверь? Это тоже, наверное, в этом наружу. Прошу прощения, у меня мало времени. Да я сам не разговаривал, ты скажешь, надо странная реакция, проходишь мимо, я сам не реагирую, как будто ты хочешь с ними разговаривать, реально. Другую можно было бы сделать. Вот он, да, да ему. Привет. Так, шир нашел цветы или ажиры? Нашел, да. Так, просто. Да не наши. Ашир должен изучать местные цветы. У тебя есть цветы, которые нужны жире? Да, вот они. Все, а только она принят предан, так лепестки маневки, и вереск. А, о, 6 дешевое восстановление магии.
Мне бы здоровье, конечно, в первую очередь нужно, не магию. Хотя это тоже полезно. Но, черт. Так. Ну, надеюсь, что пригодится. Так, какие задания там еще есть? Жир очень сожалеет, уже много работы над этими отчетами, чтобы выиграть пари у Гильбедир. Может, тебе удастся достать новую керамическую миску или ажиры? Керамическую миску. Ух ты. Да, возьмите эти 10 дроликов, найдите ажиры и керамическую миску. Кто же думает, что миски должны быть у Равира, торговца из Балмора. А, ну мы даже получилось быстро найти. 10 золота в вашем рюкзаке. А, в общем, новый квест, да? Ну, пошлите. Ой, мы перегруженными. Так, сколько она там перегружена? Сколько? Курик. События выкинуть. Вот так, выкину. Да, одежду. Так. Нам отбать это выбраться, бища. Пойдем за этой керамической миской. Установили, отлично. Так. А, нам не сюда. Внизу было это. Отсюда. Так, по-моему, у нас кого-то искать. Так, у Равира торговался в Балморе. Балморе, погоди. Равира, по-моему, где-то я видел. Где-то неподалеку был. Был. Это что ли? Если не ошибаюсь. Да-да-да. Так и есть, недалеко. Да, довольно простой по сравнению с другими. Чего там посмотреть, не чередуйте эти задания. Одно, в общем, мы находим вещи искать где-то тут далеко от города. В другом, в общем, недалеко. Где одного здания. Нужно искать это. Выполнить задание-то. Потом с одного куда-то идти. А слышали, Равир? Так, а. А, вот хочешь купить знаменитое диэдрическое оружие? Нет, мне это не во-первых нужно. Другое. Так, где-то, в общем, что нам нужно искать-то? А, вот, на Алькаре из Белой Гавани. Можно спросить. И лавка двухэтажное здание в северо-западной части города. Ага, северо-запад, понятно. Напомню. Куда нужно будет сходить? Так, где тут? Керамическая миска. О. До Равира должна найтись керамическая миска. Что вы за нее дадите? А что у нас за нее дать, интересно? А. У нас ничего нет, что ли? У нас золото шинить какой-то. Или нужно какое-то за это задание сделать, что ли? Каким образом нужно торговаться, интересно, здесь надо керамическую миску там купить. А, торговать может? Ага, все понятно. А, глиняная миска, так, где керамическая? Тебе интересно. А не обещаю. Где там, глиняная миска, что керамическая или нет? Где керамическая-то? Все. Или там еще не все. А, вот она. Так, вот, наверное, где-то здесь. Вот она, керамическая миска. Цена 2. А у нас сколько интересного золота? Мне бы, конечно, одно хватит. Чем 3-то. Так, купили, кажется, да? Получается. Так, ваше золото. 216 золота торговца. Где? Мы же одну купили ведь. Или еще не купили? По-моему, купили. Теперь выйти. Или еще нет? Так. Остальное. Миска обычная у нас есть. А где керамическая? И так не купили, что ли, керамическую миску-то? По-моему, что-то мне кажется вообще не купили. Так, погоди-ка. А, может быть, надо количество для покупки. Так, одно. Предложи, да? Так, все, кажется, получилось в этот раз. Я не до конца нажал. Ага, да, вот керамическая миска, все. Ну вот, недалеко, в общем-то, задание
задание можно было выполнить. Так, сейчас мы отдадим эту миску ему. И надо уж на этом пока закончим. Так. Заодно возьмем вот это новое задание. Там, что нам еще там может предложить? Нужно вам помочь еще. Так. Кир, Ажур должны найти свою краденую запись. Это, миску там и... Отдадим ей керамическую. О, керамическая миска. Так, вот, возьми свою керамическую миску. Пропавшие отчеты. Найти пропавшие отчеты, украденные записи, что ли, получается, да? Ажире очень нужна ваша помощь. Гальбедир украл отчеты от Ширы о свойствах местных грибов и цветов. Которые мы, наверное, сказали, что ли, не получается. Ажир узнает, что Гальбедир все еще в гильдии магов. Значит, отчеты должны быть где-то рядом. А, то есть быстро можно найти, получается. Гальбедир. А где у нее там этот стол-то? Сейчас еще поможешь попробовать, получится найти по-быстрому. Вот она, Гальбедир-то. Куда спряталась сразу сранка в записи? Где твой стол? Все будем проверять. Наверху, что ли? Ну, по-моему, наверное, здесь она была. Так. Да, письменный стол, только у нее нету. Чего? Он здесь спрятала? Ага, замок уровень 90. Ха-ха. А где нам искать этот? Где-то рядом. Где магов поискать? Куда она могла спрятать? Это же вон письменный стол. Ты... Ничего нету. Или она могла спрятать в своем сундуке? Ай, ладно, в общем, наверное, сейчас не получится найти-то. Так, а с ней просить, интересно? Очарование. Так. Алькаревич, мы потом что-то посмотрим. Чё от неё? Где начёты? Конечно нет, вы хотите сказать, что я могу что-то украсть у другого члена гильдии? А может, не она украла? Значит, надо проверять все столы. Всех, в общем-то. Где сможем? Где твой стол? Проверять. Искать украденные что-то. Краткая история империи. Мое терпение не безгранично. Давай скорее. Украденные что-то. 15 уровень. У нас еще только второй. Не расскажешь, в чем дело? Так, ищем украденные отчеты. Что это было? Изумруды. Бриллианта у вас нету? Наверное, нет. Банк какая-то. Так. Ради координат записи. Ходи, как мы нашли-то. У нас, по-моему, их нету. И мы реально нашли, что эти уже нашли, что ли? А еще нет. Дай-ка я сохранюсь. А, блин, ведь это не получается, да? А если подсказать, да, вот они. А, не, Ашир не видит отчетов, принесите Ашире отчеты. И их искать эти отчеты. Радины это. Интересно. Гильдия магов. Непонятно, где вообще искать их. Ладно, в общем, эти записи мы поищем уже в следующей серии. По номерам 10. На этом заканчивается 9-я серия прохождения игры Elder Scrolls Morrowind. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без матов оскорблений. На этом все, с вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала, всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.